Выбор будущей профессии – это очень ответственный шаг в жизни каждого человека. Сегодня все больше ребят связывают свое будущее с авиацией. И учебный центр Sky School по подготовке пилотов вертолетов, который работает под флагом Sky Service, готов стать взлетной полосой для реализации мечты. Sky School – это первый и единственный профильный центр в Казахстане. Главная его цель – это воспитание высокопрофессиональных вертолетчиков для гражданской авиации. Весь процесс обучения проходит согласно европейским стандартам по программе Part FCL. Качество подготовки специалистов – это результат тесного сотрудничества Sky School с Академией гражданской авиации Республики. Почему я выбрал профессию пилота вертолета? Это увлечение берет начало с моего подросткового периода. В то время я увлекался авиамоделированием, строил различные модели самолетов, вертолетов. Когда я поступал в академию, в Казахстане не было возможности обучения на пилота вертолета в сфере именно гражданской авиации. Поэтому я поступил на пилота самолета. Однако на втором курсе Академия гражданской авиации совместно с Sky Service открыли вертолетную школу и объявили набор. Но количество мест было ограничено. Поступить могли только 6 человек, и я без раздумий перевелся. Будучи студентами 4 курса, нам уже поступали предложения от вертолетных авиакомпаний. На данный момент я работаю в авиакомпании «КазАвиаСпас» вторым пилотом на вертолете ЕС-145. Это вертолет западного производства, соответственно, вся техническая документация и руководство полетной эксплуатации написано на английском языке. Но благодаря опыту и знаниям, которые я получил в Sky Service, я без труда в них ориентируюсь. Во время переучивания на новый тип мы проходили тренажерную практику, где отрабатывали действия во всевозможных внештатных ситуациях, начиная от попадания в сложные метеорологические условия и заканчивая неисправностями в работе авиационной техники. И хочу сказать, что благодаря имеющемуся багажу знаний я закончил обучение успешно. В учебном центре работает лучший преподавательский и летно-инструкторский состав, прошедший подготовку и имеющий соответствующие сертификаты для проведения теоретической и летной подготовки. Все инструкторы – это знающие свое дело пилоты. Они имеют большой опыт в обучении молодых пилотов и квалифицированные отметки FL. Никогда на территории Республики Казахстан пилоты на вертолетах не выпускались. Мы первые, кто занялся этой проблемой. В 2017 году у нас проходило обучение 25 студентов Академии гражданской авиации. 2 июня 2017 года мы провели первый выпуск 6 студентов, которые на данный момент приняты на работу в авиакомпанию «КазАвиаСпас». В данный момент времени эти студенты, уже выпускники, проходят успешно переподготовку на вертолетах «Еврокоптер 145» на базе завода «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» в городе Астана. Sky School разработал современный, разграниченный путь модульного обучения, приняв за основу первоначальное обучение на небольшом Bell 206B3 с дальнейшим переходом на вертолеты других моделей. Многолетняя практика по всему миру показала, что первые 100-120 летных часов должны быть осуществлены на малых вертолетах с целью быстрого, качественного и недорогого обучения. Одним из главных приоритетов Sky School является безопасность выполнения учебно-тренировочных полетов, которая достигается профессионализмом летно-инструкторского состава и качественным обслуживанием воздушных судов, сертифицированным техническим центром SkyTech. По окончании учебы всем выпускникам выдаются сертификаты. На 2017 год нехватка пилотов вертолетов по Республике Казахстан составляет 182 человека. Основными заказчиками пилотов являются такие известные авиакомпании, как «Евроазия Эйр», «Бурундай Авиа» и «КазАвиаСпас».